И прямо сейчас давайте посмотрим на первый лот, который предлагает бренд Благов. Света, нарядная блуза – это уже привычно, но нарядная туника – это так редко встречается, потому что туника еще и скрадывает особенности фигуры. Я могу точно сказать, что в моей тунике мне очень комфортно и легко. Я выбираю сегодня брючный ансамбль. Невероятно красивая туника. У многих женщин возникает вопрос, как украсить дополнительно тунику, что мне еще надеть? Сегодня мы выбираем с вами тунику с украшением. Богатое кружево украшает воротниковую зону, и это настоящий эффект ручной работы. Да, мы об этом еще обязательно поговорим. Я хочу сделать акцент на том, что это все-таки брендовая вещь. И цена за брендовую красивую тунику сегодня специальная. Только сегодня. Эксклюзивная скидка для вас. Давайте посмотрим. Менее 2000 рублей. Вот это да. Это повод встать пораньше сегодня. Мне очень нравится, какие оттенки предлагают нам сегодня дизайнеры бренда Благов. Это еще раз подтверждает тот факт, что в год огненного петуха мы выбираем с вами все яркое. У меня сочная бирюза. Для тех женщин, кто любит оттенки красного, нежный коралл. Надя, ты знаешь, на самом деле вот для лета это то, что нужно. Ну, интересно, у нас лето же впереди. И прямо сегодня мы можем тоже носить эту тунику. Конечно, и однозначно. Осенью. То есть... И осенью, и зимой, это всесезонное решение. Второй цвет, это васильковый синий, вы видите его на Татьяне. Таня выбирает брючный ансамбль, так же, как и я. Туника Жюльет и брюки Патрина. Обратите внимание, что расцветка брюк, оттенка бордо, идеально вписалась под расцветку цветочного принта. Мой совет, Надя, для наших женщин сегодня выбирать готовыми ансамблями брюки Патрина. Ну, а наша Татьяна выбирает для себя блузу-тунику, поясом. Мы обозначили зону талии и выбрали юбку-карандаш. Это бенджамина, юбка-карандаш под натуральную кожу. Можете уже сразу звонить нашим операторам, они с удовольствием вам подскажут, как называются комплекты, и помогут вам оформить заказ. 1999 рублей, все, что нужно сделать сейчас, это сосредоточиться, дозвониться к нам и заказать тунику Жюльет от бренда Благов. У нас сегодня бренд Благов просто солирует. Ну, давайте разбираться в деталях. Вообще очень интересная туника. Очень интересные украшения. Эффект ручной работы очень популярен. Многие дизайнеры мира воспользовались этим предложением для украшения платьев нарядных, ну и, конечно же, туник. Обратите внимание на то, что шелковыми нитями вывязано это украшение. Это эффект Ришелье, французское кружево. И мне что нравится, Наденька, это кружево очень хорошо пришито к нашей блузе, так, что говорит о качестве бренда Благов. То есть даже изнутри ничего не конечно будет царапать, нет, ничего нет, не будет нет, цепляться. Ну, это стандарты, да, это все-таки брендовая одежда, поэтому вот если вы думали, что бренды это слишком дорого, мы развеем этот миф сегодня. Ну и интересно, еще не могу не увидеть, да, тот факт, что здесь еще и разные ткани используются. Совершенно верно. Хотя, казалось бы. Ткань одного цвета, но у нее разная текстура. Мы это можем видеть, это шифон декоративный. Шифон и трикотажное вискозное полотно. Хочется напомнить, что это самые популярные материалы не только у дизайнеров, но и у наших женщин. Кто выбирает для себя такие модели? Шифон – это летящая ткань, это король струящегося силуэта, поэтому легкость вам точно обеспечена. Надь, но я бы хотела как стилист обратить внимание на то, как правильно конструкторы расположили материалы. Создается эффект стройного силуэта. И эффект свежести. Да. Я хочу сказать, что в такой тунике будет очень легко и свежо. Да, свежо. Но самое главное, что вот эту зону плеча мы прикрываем полупрозрачной тканью. Мы как бы немножечко приоткрываем занавесы тайны и немного скрываем проблемные зоны. Тот же локоток, тот же плечо, которое женщины не любят открывать. Но, красавицы наши, у нас есть размеры до 60-го. Давайте поможем выбрать размер. Давайте. Я бы посоветовала женщинам, у кого богатый верх, все-таки выбрать на размер больше. Можно даже посмотреть на меня. У меня 52-й. На мне туника Жюльет 54-го. Почему? У меня широкие плечи. И для того, чтобы вточные рукава сидели хорошо и был эффект вот такой изящной талии, я выбрала на размерчик побольше. Для женщин, у кого богатые формы верха, выбирают сегодня для себя тунику Жюльет. Как прекрасно, когда мы чувствуем себя комфортно. Все везде скрыто, но при этом мы видим с вами изящные пропорции. Ну, я вижу, что Свете прям нравится. Невозможно перепутать эти ощущения. Да, летящие
настоящая туника. Два варианта материала используется. Здесь цена остается очень низкой, потому что это спецпредложение. От бренда Благов за тунику 1999 рублей. Но я вам посоветую заказывать тунику сейчас. Позвоните нашим операторам, потому что могут начать заканчиваться цвета и размеры. Еще раз хочется обратить внимание на эффект стройности. Это не просто туника, которую мы выбираем с вами для любого времени года. Это туника со стройнящим эффектом. Мы с Танечкой выбираем сегодня брючные ансамбли. Тата у нас выбирает сегодня юбку-карандаш. Итак, брючки Патрина, которые идеально сочетаются, и юбка Бенджамина. Очень хочу сказать многим женщинам, что для лета, если у вас есть секреты фигуры, их надо грамотно скрывать. Это туника без лишнего объема. Она, наоборот, моделирует нашу фигуру. Мне нравится, как смотрятся здесь мои пропорции. И даже если у женщины нет идеальной талии, у меня ее нет, в этой тунике идеально мы видим плавный переход. Это женский силуэт. Свет, я не могу поверить, что у тебя нет талии. На самом деле, это такой секрет, да, мы понимаем, что это брендовые вещи, что дизайнеры, они не только делают красиво, но и делают удобно, комфортно и умеют создавать поистине стройнящий силуэт. Цена только сегодня за тунику от бренда Благов с украшением ручной работы, под ручную работу, всего лишь 1999 рублей. Но еще несколько слов, Надя, я хочу сказать про уход. Очень приятная ткань и по ощущениям, по тактильным. Ну и, конечно же, она ведет себя просто в уходе. Эластан, который сегодня добавляют технологи в материалы, позволяет не только иметь возвратный эффект, блуза не потеряет своей формы, но она не потеряет также и яркости цвета. Стирка при температуре 15-20 градусов. Мы стираем эту вещь при помощи порошка для цветного белья. А вот гладить изделие, учитывая, что здесь шифон, я советую при щадящей температуре шелк или шифон. Спасибо за рекомендации. Очень красивые цвета, редкие. Вот если вы носите 58 размер, 60, отправляетесь в магазин, что мы видим? Мы видим какие-то мешковатые цвета одежды, серого цвета или черного. Любят черный, чтобы здоровье. Да, ну ты знаешь, я вообще заметила, что во многих магазинах предлагают туники в основном для пляжного сезона. Как правило, это хлопок или лен. Так. А то, что касается праздничной туники, блузы, вот как наша Жюльет, это, конечно же, отличное решение как для повседневной носки, так и для выхода на праздник. Я представляю сейчас многих женщин, как они воодушевились. Хочу еще раз показать вам секрет. Во-первых, многие заметили, что здесь шифоновый материал, но я не сказала про то, как тонко он обработан. Европейское качество станков у бренда Благов позволяет обрабатывать именно сложными обтачными швами. Это закрутка. Для того, чтобы, Наденька, шифон так обработать и была такая ювелирная работа, это нужно высокое качество машин. Мы сегодня были в гостях у Благов. У нас есть для вас съемка, и мы вам скоро ее покажем. Как трудится для вас бренд Благов? Ну, конечно, теперь не нужно ехать никуда за границу, чтобы получить качественно и красивое, эффектную одежду. Можно только работать с нашим телеканалом и получать самое лучшее. Сегодня показ мод от бренда Благов. Не пропустите!